Ростовчане, всем огромный теперь уже по-настоящему летний привет. Сегодня не буду вас томить, я сразу перейду к вами любимому, надеюсь, ну, а мной уж любимому точно, народному календарю. Итак, сегодня 29 июня на дворе, по народному календарю, этому самому Захар изо рта пар. Конечно же, никакого пара сегодня изо рта увидеть невозможно, но составители народного календаря лучшие рифмы так и не смогли придумать. На Захара наши предки предсказывали, какой была погода вчера. Если сегодня тепло и солнечно, то вчера был ливень, а если сегодня снег и стужа, то значит вчера вы получили тепловой удар. О, кстати, отличная рифма к сегодняшнему дню. Захар, тепловой удар. Пойду отправлю заявку в редакцию народного календаря. Погоду же на завтра можно охарактеризовать одним словом – пекло. Температурный рекорд, как столичный регион, мы, конечно, не побьем, но столбики термометров в тени дотянутся таки до отметки плюс 30. Облаков в небе, в отличие от сегодняшнего дня, мы практически не увидим. Солнце будет палящее. Индекс ультрафиолета 8 единиц, а это очень много. Максимум этой шкалы 12, так что берегитесь прямых солнечных лучей. Западный ветер будет дуть со скоростью 4,5 метра в секунду, но боюсь, что он ситуацию не скрасит и будет тоже горячим. В общем, наслаждаемся теплом, но и ищем любую доступную тень. Там и встретимся.